Когда вообще в дом заходим, везде всегда один раз, первый раз кто заходит. Мир дому всему. Три раза перекреститься и мир дому всему. И другой человек говорит, с миром принимаем. Да. Мир дому всему. Мир дому всему. С миром принимаем. Олег, ты можешь там спать, если будешь? Да. Еще там, так, давай, там три человека. Ну, сейчас, наверное, повернулись. Ну, два, больше двух. 102, там два документа. Два человека. Кто хочет наверху еще спать? Я хочу. Николай там. Он там уже спал. Тебе не болезненно, брат. Ну, давай тогда один, а если заболеет, к тебе еще одного подляжу. Хорошо, больных все ко мне. Я вот здесь лег пока. Это тебе не... Ну, давай, куда? В середину, прям в самую низу середину, да, третья. А остальные, братья, выбирайте, что какое место сразу же. Любой, кто куда ляжет, то и ваше есть. Рюкзак твой? Да. Так, вещи, по-моему. Так, это да. Распределились? Нет? Вот матрасы. А? Любой бери, который свободный, да? Я вот сюда вот. Любой, который свободный. Тут никого нет? Никого. А тут кто? Кто лучше себе не избирает, тот может сам выбирать. А кто ищет где получше, того будет выбирать. Я знаю, да. Что останется. Ну, смотри, пока свободно. Все, выбирай. Ну, пускай любое. Там сейчас все равно людей много. Любое, да. Любое. Здесь вот где-то Николай, по-моему, спал тогда, но может быть будет. Тут вот Николай этот. Да. А это кто здесь? Это я. Это ну, все, понятно. Так. Раз, два, три, четыре, пять. То есть тут 10 человек, да? 10, вот здесь. Вы, значит, Олег будет отвечать за, чтобы все встали. Ясно. Да. Переодеваться на братья, потом будем, что ли? Смотрите, вот это сверху, это... Это наши... Вот выбирайте здесь эти матрасы так, чтобы этих всех камней там этих не было каких-нибудь. Матрасы в комнате следующие. Да. А, еще там, да, есть? А здесь матрасы уже есть, нет? Ну, если есть, если то... есть, то не надо. Нет. Если вроде есть, вроде то не надо матрас. Попробую. Смотрите, если у кого-то матрас там вообще невозможный, можно вот здесь взять. Ну, прошу. Что, сейчас переодеваемся или как? Да все, переодеваемся, сразу конечно, переодевайтесь рабочую. На работу сразу. Вообще, у нас есть, в принципе, право до обеда отдохнуть. Но мы не хотим этого. Ну, как бы, да, но переодевайтесь сразу в рабочую одежду и все, поедим там уже. Игнатик еще распределит.